кому сейчас докинули, Тань. Где мы находимся? Мы находимся... Ну, Марсику надо еще кинуть. Марсик уже кидали, кидали. Кидали, да? Ты снимаешь, да? Я пытаюсь снять его. Я его хотела сфоткать, он тут так хорошо мордой повернул. Марсик. Давайте я кину. Попроси ребят, чтобы далеко докинули. Кис-кис-кис. Повернись мордой, кис-кис-кис. Вот это тоже плохо ест. На тебе. Вот этому вот, вот. Молодой человек. Арсика. Где тот молодой человек? Еще медун, пожалуйста. Вот этому киньте, пожалуйста. Вот этому. Можно кто-то через это. Арсик. Еще беленькому. Слушайте, белый идет. Бери, бери. Лови, 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 лови. Все, взял, 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 взял. Взял. Так, вот этому. Вот этому, да, еще. Ну, вот этому киньте вот сюда пусть ест. Вот этому? Да, 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 вот этому. Леша, вы поделите мясо у нас. Белого в морду прям кидайте, чтобы его не видел морду белого. Белым, ой. Не успел. Да? Не докинул. Лев быстрее вам показал. Не, вы докинули, белого лев не живет. Просто белый тормозит процесс. Давай, белому. Да, да, беленькому. О, молодец. Лови. Да просто супер, парень. Ой, на, ты не отбирай, иди сюда. Иди сюда, не отбирай. Вот это тоже плохо есть. Киньте ему, пожалуйста. Вот это. Сейчас Арсик. Тому вот это. Вот этому, вот еще, вот. Вот этот шмель. Ему тоже. И мне. Только руки не суйте. Вот. Сейчас вот. Видите, как на спину. И вот этому. Вот этому, Надя. Вот этому. Ой, какой парень. И тому третьему вон там. Видите, вот это. Ой, ты не убей. Ура! Марсель там взял. Так, мама, уводи вот этих товарищей отсюда. Этих надо увезти, потому что... Уводи, они гуляют. Так, их 6 львов тут уже, глянь, 6. И все взрослые. Уводи, эти товарищи гуляют. Так, пошли сюда. Давай на угол. Сюда. Сараби, иди сюда. Где молодой человек? Я здесь. Зевс, иди сюда. Где Зевс? Нет, это не Зевс. Это не Зевс. Ну, киньте. Подожди. Зевс подожди, идет. Подожди. Вот это вот, Зевс. Зевс, вот он. Вот этому киньте. Зевс. Теперь этому. Туда. Подойдите туда. Все. Давайте белому. Я еще девочки я хотела. Вот девочки, львицы. Далеко идет белый. Белый, ура! Девочка, ура! Девочка, молодец! Молодец! Белому. И он его боится всех, он молодой. Белый притормаживает, да. Белый, тебе же кинули, белый. Давай, хватай, давай. А вот это тоже чуть-чуть молодой, этому тоже надо. На тебе еще, который вот от белого идет. Вич. Вот это Зевс ходит. Зевс, да. Зевс, ты самый громадный. Ну, Зевсу надо дать. Морда, глянь, какая морда здесь. Сюда, Зевсу вот это. И дальше львичка за ним. А львичка отобрала. На. Зевс, вот. Таня, иди вот. Все, мам, хватит, оставляй. И вот этот еще ходит у нас. Вот. Тань, вот этому, видишь? Все, мам, хватит. А этот как называется? Это мизон. Хорош, надо еще ж Алекса угостить. Выкидали тут надо. Хорош. Выкидали. Ты все раскидала, да? А, ну все, а? Не, мы пока. Все, мам, хорош. Хорош. Марсель, давай, у меня одна единственная рулька. Это Марсель? Марсель. Вот сейчас тебе Нелли рульку кинет. Все. У меня еще два капуста. Ура, глянь, как молодец. Лапки прикрыл. Он гуляет. Смотрите, он загулял, и потом он такой. Отгоняет всех. У меня два капуста есть. Чтобы отвлекать. Я здесь. Зевс. Белому, да? Белому. Ему никто не дает, потому что он боится.
Может, его отвлечь какой-то? Он не отвлекается? Нет, там два, там львица. Львица, она уже поняла, что к нему прилетает, но она отвлекает. Львица, она умная. Вот не вижу Алекса младшего. А я ему давала там. Да? Давайте, ага, я уже бросила львица. Львица, пожалуйста.